Привет, друзья! Сегодня в моем ролике речь пойдет о спортивных мотоботах. Это компания Alpine Stars, серия SMX+. Если вы следите за моим инстаграмом, то видели, что уже второй сезон я катаю в этой серии на треке. Почему? Ну, прежде всего, потому что здесь есть система мультилинк-контроль, которая препятствует скручиванию лодыжки при падении. И, кстати, я не могу сказать, что это посчастливилось проверить, но, собственно, падение получилось счастливым, потому что я ничего не поломала, и ботинки также защитили меня при падении. Здесь даже вот есть отметины, которые остались. Причем, что интересно, падение было достаточно жестким, но ботинок, так, это насколько левый ботинок, как раз я на левую сторону упала, ботинок, видите, остался весь целый после падения, несмотря на то, что я падала в скоростной дуге на очень большой скорости на самом ходовом треке России, город Драйв. И как бы я подозреваю, от каких-то других ботинок остались бы рожки да ножки, а этот ботинок еще, я думаю, продолжит меня радовать не один сезон. Во-первых, здесь несколько застежек. Есть внутренняя застежка, которая затягивается шнуровкой. Далее молния фиксируется и закрывается это все жесткой вставкой, которая полностью фиксирует ногу, как лыжный ботинок. Но при этом в этих мотоботах вы не ощущаете совершенно никакой скованности. То есть нога гнется, нога может вставать на носочек. Они не препятствуют свободному движению ноги, но в то же время они ее защищают. Также здесь есть верхняя защитная пластина, которая позволяет переключать рычажок передач, не царапая ботинок. То есть вот у меня, например, есть вторые такие же ботинки, которые я использовала прошлый сезон, и они до сих пор живы, у них до сих пор ничего не стерлось. Также здесь есть сменные слайдеры, которые состоят из полиуретана и алюминия. То есть при стирании вы их можете сменить. Не обязательно выкидывать ботинки, можно просто сменить слайдеры. Ботинки будут как новые. Также жесткая подошва, которая в то же время гнется, но ногу защищает. Ботинок оснащен кевларовыми вставками. Здесь вот в маленьких прорезях здесь видно. Тут также и вентиляция, и защита. В принципе, нога в них не потеет, ноге в ней комфортно. Я, если бы, ну, как бы, в любом случае, в начале сезона хочется купить что-то новенькое, может быть, по цветовой гамме что-то новенькое, но, как видите, я второй сезон останавливаюсь на этой модели просто за счет того, что она сочетает и максимальную безопасность, и удобство. Эти мотоботы принято в классическом варианте носить со слитным мотокомбинезоном или с раздельным мотокомбинезоном, но, в принципе, при их дизайне они сочетаются с любыми другими мотоштанами или спортивным мотоциклом, ну или любым другим. Друзья мои, на сегодня все. Но я с вами не прощаюсь. До встречи на дорогах и хорошего сезона!